Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрыч, Доня, Димка Федоров и Арус. И сегодня, пацаны, у нас битва рандома в GTA 5. Всем привет, пацаны! Всем здорово, ребята! Ух ты, как это парно было хорошо! Короче, пацаны, сегодня у нас самые заряженные быстрые тачки на сервере. Они очень крутые, очень дорогие, очень быстрые, самое главное, и это значит, что будет все очень круто. Да нихера. Так, давай первое испытание дерби сразу на крышу, будем делить ее, как всегда, и давайте кому? Андрюхе выберем тачку. Да, давайте. Я уже подготавливаю тачку, пацаны. Давай. Алиса, выбери машину от 1 до 16. Я подготавливаю. Чему ты меня подготавливаешь? Ты, Василий. Так, пацаны, 9. 9, это слева направо, да, считаем? 7, 8, 9. Это пугает, нихера себе. Сказал, я подготавливаю. Опа, она. Это очень хорошо. Так, пацаны, вы давайте там тачки не ломайте. Так, ну, лица можете друг друга, я разрешаю. Так, сейчас буду я. Давай. Алиса, назови число от 1 до 15. Выпало число 6. Это что, это вот это? Бентли, раз, два, три, четыре. А кому же ты выбирал? Себе. Так, да, окей. Это Бентли получается. Да, слушай, да. Ну неплохо так-то, неплохо. Так, заберите у молодого мотоцикл. Господи, они убили Андрюху. Сволочи! Так, короче, айда на скуп. Алиса, назови число от 1 до 14. 3. 3, ну неплохо. Так, ну и Димон остается у нас. Давай, короче. Так. Алиса, назови число от 1 до 13. Выпало число 7. Так, 1, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это Аперто, да ну нафиг вы чё, пацаны? Вообще это жестко. Бугатти, Аперто, Бентли и что это? Это... Что это? F1. Очень круто, пацаны, погнали на дерби. Короче, разборки на крыше продолжаются, все никак не можем поделить ее до конца. И на самом деле две читачки, Аперто и Бугатти, это жестко. Да, я буду сегодня Бугатти разбивать. Так что вот так. Вы можете друг друга лица прямо сейчас разбивать. Во-во-во-во-во. Так, кто точнее минусанул сейчас? Да вы заколебали меня сразу. Минус... Ты что, ты улетел уже, что ли? Да пошли вы нахрен просто. Да ладно. Просто нахрен идите, ясно? Аперто, иди в задницу. Тупо забейте, пацаны. Ты понимаешь, между того, чтобы они между собой вот сражались на читачках, они просто нас убрали. А у Димки это карма, это карма. Ладно, ребят, подсчитываем баллы, очень все быстро прошло, как бы и такое. Окей, ребята, первое испытание прошло быстро, сейчас у нас будет спринт по всему Лос-Сантосу. Нифига ты смертный, на Пеннивайза полез, молодой, ты че? Так, ну, давай теперь выберем тачку для, не знаю, Димки. Да, давайте. Давай, я хочу. Алиса, назови число от 1 до 12. 6. О май, Диабло, пацаны. Диабло. Это жестко. Так, давай, Андрюхи. Алиса, назови число от 1 до 11. 4. Так, это у нас Vision. Это тоже неплохо. Слушай. Так, ну что, давай тебе, Ваня. Алиса, назови число от 1 до 10. Кто там рожает? Так, это, короче, Феррари вроде, или что это? С конца даже не попадает. Так. И теперь остался я. Алиса, назови число от 1 до 9. Число 8. Так, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это, короче, Альфиери вроде. Да. Ну, блин, я не знаю, что получится, но будет максимально сложно против Диабло. Погнали. Что ж, ребята, у нас испытание спринт, сегодня поедем без копов, чисто проверочка на скорость, и граната пошла. Mm-hmm. На Давай. Самом деле, блин, я не знаю, мне кажется, я максимально выступаю. По второй. Давай по второй. А, по второй? Окей, давайте, погнали. Поехали. О май гад. Чё, чё произошло вообще? Тихо. Ой-ой-ой. Да-да-да, по-моему, я вижу. Пока. Пока, пацаны. Вижу, он так быстро едет или мне показалось? Вижу, кстати, хорошо едет. Да-да-да, хорошо. Ну, по-моему, но он неуправляемый вроде. О, да ладно! Поймал буйок. Я врезался просто, да, в желтую хрень какую-то. Красава, красава, бро. Так, а Диабло, по-моему, тоже неуправляемая, да? Вы меня вообще пингуете ей. Я, короче, ехал, раз Андрюха впереди оказался, что? Да-да-да, у меня тоже пролагал немного. Так, боты. Кстати, там ботов реально куча. Просто... У меня боты вообще творят что-то лютое, они крутятся вокруг своей оси. Там против Диабло, мне кажется, здесь мы все. Ну был, да, уже. Охренеть, ты проехал! Кто это, Диабло было? Да. Охренеть просто, да. О, так, минус Диабло. А вы очень быстро скейте, я даже не уезжаю от вас. Самое тупое, что я все-таки собрал. А собрал столик. Преимуществом просто как можно бы. А это кто? Не кто? Понял. Я пролез! Ой, куда вы там пролезли? К тебе домой.
О, закрывай окна, пацаны. Тут нужно было смачно пошутить, пацаны, но не будем. Все, погнали. Капец, в смысле вы так прете, вы что, угораете? Да уйди ты, дебил, дай проехать, алло. Просто сплошником валим все. А-а-а, Димка потерял поворот. Блин, ну я максимально уступаю вам всем, я что-то прям вообще чилю. Так, так, ну, хотя... рандом тебе. Вы, короче, убирайтесь, убирайтесь. Я слишком много врезаюсь. Да, вот да, убирайся. Все, уходим, да? Пацаны, расходимся. Все, сваливание. Да, да, да. Все, фигня, Вася. Не, мы не сейчас на Андрюхе прям всю гонку вместе идем. Там Димон догоняет, убирает, догоняет, убирает. Так, ладно, ва-банк. Небольшой ва-банк. Небольшой срез по травочке. А, минус я. А, минус. Как будто в CSGO играет. А, минус. Так, 3 километра осталось. Боже, 3. Блин, а сколько вы едете на прямой? У меня 200. У меня 250. Сколько? Почему? А, она неуправляемая, пацаны. Андрюха тупо догоняет и улетает. Догоняет и улетает. Сейчас все шансы, что Донни уйдет куда-нибудь. Так, тихо, пацаны, я вроде еду хорошо. Главное, чтобы... Продолжали убираться! Ушел, красава. Собака, ты ботяра, ты... Ушел, да, пока. Слушай, а почему Диабло у нас насасывает? Потому что я врезаюсь во все. Потому что Диабло права купила. Ну там как-никак 6 литров механика, пацаны, просто мощнее. Ты понимаешь, я догнал Диабло, и он просто от меня ушел. Красава. Напрямой, просто в... Нормально. Красиво? Да твою ж мать-то, ублюдок! Зачем ты поворачиваешь без поворотников? Я тупо чилю, пацаны, все, я на... А, Димон, из-за тебя бот просто навстречку выехал. Так, здесь не срезать, здесь едем по дороге. Ну здесь по-любому по дороге едем, здесь по дороге. Да. Слушай, ну я рад, что я хоть максимально догнать успал всех, но. Мне фанту. О! Димон! 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 Нет, Димон! Нет, Димон! Я третий! А вы еще не финишировали? В смысле? Нет еще. Финиш-то 10 секунд у нас. Ну все, у меня пропал сонар. Кто у вас первый был? Андрюха был первый, а второй. Да ладно, Vision первый затащил, да? Да, да, да. Что-то жестко, странное. Жестко, жестко. Ладно, ребята, подсчитываем баллы, отправляемся на выбор следующих машин. Что ж, ребята, следующее испытание у нас будет драк по прямой. Это будет максимально интересно. Повезет так, ли мне? Давай теперь буду первый я, может, тачка-то попадет. Да, какая-то. Может быть, повезет. Давай. Алиса, назови число от 1 до 8. 5. 2, 3, 4, 5. Это Феррари... Какая-то. Это боль. Это боль, Юрка. Так, он даже садиться в нее не хочет. Ой, она шлифует-то, господи. Понятно, картошку возить только. Нормально. Так, кто следующий? Да, я. Давайте, школьник. Да, давай. Алиса, назови число от 1 до 7. 1, тетенька. Пожалуйста. Тетенька. Я буду хорошо учиться. Тетенька Юра. Зачем тебе 1? 2. О, 2. 2 это Мерс. Это неплохо. Мерс без лобаша. О. Неплохо. Комаров собирать. Да, да, только так, давай, сказать. Андрюха. Алиса, давай. Назови число от 1 до 6. 1. Вот ты козёль. Выпало число 3. Так, 3. Так, тихо, не взрывай тачку, уже я горит начало. Я не знаю, говно не говно. Так, а пол, кстати, тоже не очень хорошо. Так, хорош, молодой, сейчас взорвемся все. Да, нормально. Так, и остался у нас носок, который да. буянит. Носок в деле. Давай. Алиса, назови число от 1 до 5. Я думаю, 2 или 1. Так, да, ну слушай, погани, это неплохо, это неплохо. Лучше, пацаны, у меня автопилот, пацаны, у меня тачка сама едет. Жестко. Короче, погнали на спринт, пацаны. А, на драк. Итак, уважаемые дамы и господа, вы прибыли на драк рейсинг, и я уже кидаю грена, мы стартуем по взрывчику. Давай, давай. Короче, деньги собираем мне, и я сразу поехал отсюда. Интересно, кто кого вообще, пацаны? Так, я чувствую, я вообще овощ, да? Да. У меня аж слезы на витару разворачиваются. Вот она месяц, теперь я последний еду. Дима, ты уверен? Да. Вот там гранаты не кидайте. Да не кидайте гранаты, говорю! Я в Димона. На ну, самом деле... Изи, а, взорвался? Нет? Нет. Я почти Мерс догнал! Почти догнал! Ну, я последний, пацаны. Я ладно, призыв. Ладно. Слушай, я третье испытание, третье. Это максимально тупо. Просто максимально тупо. Нормально. Что ж, ребята, у нас остались последние 4 тачки и последние испытания. Го! Что ж, ребята, сейчас у нас будет новое испытание, съезд горы Чили в новом месте, это будет максимально интересно, и давайте разыграем тачки. Давай. Так, кто хочет быть первый? Мне я. Просто... Да, давайте. Так кто в итоге, школьник? Я, да я. Ну давай, носок. Носок. Алиса, назови число от 1 до 4. 1. Так, там Сена, да? Это печально, это печально. Так, давай, школьник. Алиса, назови число от 1 до 3. Ой, простите.
Так, а будет Ламба. Ну и, собственно, хорошо. У нас осталось разыграть что там? Кёнигсик и Макларен. Да, Алиса, давай. Назови число 1 или 2. 1. Так, мне достается Регера. Окей. Ладно, ребята, отправляемся на испытание, и будет жестко. Что ж, ребята, мы на точке старта. Ехать нам нужно вниз прямиком вот сюда, вот под, получается, водосток. Кто первый пересечет линию, тот и будет первый. Я тебя же гляну. Давай. Кто там без крыши у нас сейчас? Да, минус лицо, короче, это просто. Let's go! Броня, у нас брони нет, поэтому мы можем взорваться легко, поэтому будьте осторожны. F2 пользоваться нельзя, ничем пользоваться нельзя. Да. Так, что там? Почему ты уже убрался? Я еду. А, врезался больно. Что-то я максимально плохо еду. Я максимально идеально еду. А кто первый? Я. Димон вроде. Понятно. Так, а я последний пока что, пацаны. Короче, езда без правил, на самом деле, это интересно, но то, что здесь растительности много, это очень плохо, больно. Здорово, Юра. Ай, больно. Ты куда полетел-то, Юра? Больно, ой. А чек загорелся, пацаны. Чек загорелся? Уже? Кажется, Димон не доедет. Я вообще идеально прошел между сосен. Пацаны, не поверите, я на крыше чилю. Все, да, ты застрял? Нет, я перевернулся, но чилил я максимально жестко. Ага. Короче, Ригера вообще не приспособлен для езды по такой местности. Ну, а наши Сенна, тут Макларен, вот они-то были прям для этого сделаны, да. А вдруг, ни хрена себе, я перелетел просто двоих красиво. Нормально. Я сейчас Ламбу обгоню, Ламбу обгоню. Прикинь, Ламбу обогнал. Питер. Ты что? Ты что по мне проехал? Ну да, я все поверил. А мы все вместе идем? Спасибо. Подтолкните, пацаны. Пока. Давай, Нет, нет, вдвоем где-то. Ламба последний. Прикинь, последний приехал, первый ехал, приехал последний. Короче, Сенна первая, мы с Маклареном одинаковые, и Димон в конце где-то. Окей, ребят, подсчитываем баллы и давайте узнаем в итоге, что у нас получилось. Что ж, ребята, мы подсчитали баллы, и выходит так, что у Димки 8 баллов, у меня 9, и у нас сегодня сразу 2 победителя, по 12 баллов получает Андрюха и Иванюк. Это жестко. Вы просто посмотрите на эти тачки, пацаны, вы понимаете, мы с вами угрохали просто миллионы бабок просто коту под хвост. Да. Ладно, ребята, вот такой сегодня был рандом у нас, просто максимально круто. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и ссылочки все в описании под видео. И всем пока, ребят. Всем пока, ребята. До скорых встреч, ребят.